Скажи всем привет! Привет-привет! Так, у нас сегодня короткое видео. Покупки с Алиэкспресса, да? Для собачек, для машинки, да, Джисюн? Хорошо тебе там? Прикольно? Смотрите, купил вот такой матрас. Купил такой матрас и вон еще такую защиту, вот сейчас покажу. В общем, начнем о матрасе. Матрас дешевле, чем у нас. Притом намного дешевле. В общем, ссылка внизу в описании. Смотрите, переходите, сравнивайте цену, если вам интересно. Так, ветер пошел. Смотрите, как прикольно собаки там. Вообще бомбовски. Для переездов вообще классно. Почему купил? Потому что очень часто у меня, вот мы стелим вот эту вот простеньку, да, на сиденье. И очень часто у меня Джесси туда падала. Я торможу, она туда падает, бедняжка. Единственный момент, вот там такие две подушечки есть, немножко высоты мне не хватало, но, опять же, вы по ссылке перейдете, жди, Джесси, жди, жди. Аня ушла, она прям за ней вообще переживает, где она делась. Здрасте. Здрасте. Немножко не хватало мне высоты, я подложил вот эти две подушечки, там идут в комплекте. Вот, вот такие. Вот маленькие подушки. Там я их подложил, вообще классно мне подошло тебе по размерам. На размеры, опять же, перейдете, посмотрите по ссылочке. Там есть размерчики этого матраса. Жди, жди, зайка, жди, жди. Аню потеряла, да? Вот такая вот, как сказать, надувной матрасик. Он вообще предназначен. Здесь, в принципе, можно и ехать, например, лежать на нем. Тоже прикольно. По ширине мне вообще классно подошел. Вот. Купил я еще вот такую вот, как сказать, сеточку, да? Вот она здесь зацепляется, и внизу под сиденьем, вот видите, здесь вот, да, растяжечка, и внизу под сиденьем. Чем она прикольна? Вот она, видите, какая. Во-первых, туда собаке тяжелее пролезть, то есть она вот так вот будет, и как бы нет прохода ровного, уже туда собака не пойдет. Сюда еще можно слаживать, здесь карманчик есть. Можно слаживать вот сюда бутылку, я не знаю, там что-то, короче, в общем, ложить можно. Еще один карманчик такой запасной у вас есть. Вот. Ну и будет Джеске не давать туда пройти. Теперь им будет тут, если путешествовать, где-то ехать, будет у нас две собачки. Буське и Джеске будет здесь очень удобненько. Да, Джесень? Тебе удобненько? Хорошо лежать? Мягенько тебе? Вот я его сильно не надувал. Вот, вот такой вот матрасик. А у нас, в принципе, все хорошо. Джесски ходили, только что гуляли. У нас такая золотая осень. Классная. Вот смотрите, какая рябинка там у нас. О. Да, Джесси? Ну все, говори всем пока. Кому такой матрасик нужен, внизу есть ссылочка. Переходите по ссылочке. Также оставлю ссылочку на сеточку. Вот. Переходите, покупайте. Классные штучки. Доставка бесплатная. Да, Джескин? Ну все, всем пока-пока-пока! Пока! Да, видно вам, вот Джескин. Чес! Выглядывает там. Как ей удобно. Теперь она подошла, везде смотрит.